И всем привет, ребята, с вами Нинди. И сегодня у нас Plain Giants. И да, это наконец-то вторая часть перезалива. И я бы вам хотел сказать огромное спасибо за то, что вы так активно смотрите мои видео по Stardew Valley. Мне очень за это приятно. И это дает мне очень хорошую мотивацию снимать дальше. Так. Комбо фонтанирующие рвоты. Фонтанчик, да? Ну что ж, фонтанирующие рвота. Мне кажется, мы здесь всех заразим. Ну, мы уже всех заразили. Логично. Ну и здоровых людей. Так, нам надо будет вот это вкачивать. Запрошу-ка под санитарным надзором. Понятно. Франция лидирует. Хорошо, Франция лидирует. Лидируй, лидируй, пока будет возможность. Угу, хорошо. Прыг. Так, они очень быстро прогрессируют. Нет, это слишком быстро. Отлично. Так, это капельку мощно. А, у них приоритет всего мира. Хорошо. Нам нужно будет что-то делать. 5% это, конечно, хорошо, но это мало. Так, закрывает все границы. Постепенно, понятно. Это хорошо. Да-да-да, чрезвычайное положение. Укрепление генов. Все работает, укрепление генов. Так, надо же пожилки продвигаться. Хотя мир умирает, за пожилка еще жива. Угу. И я думаю, что сегодня будет два видео. Одно это, а второе по... Не знаю, почем, ну, сойдет. Так. Угу. Ой-ой, я забыла, отвлекся. Так, 21-й год уже у нас в игре. Это, а это Новый год, стоп. Я догадываюсь, что нам нужно сделать. Все. Наушник не спадай. Угу. Так. Все по-медленному. Рано и мутировало. ДНК увеличится, да, скот. Так, мне не нравится то, что лекарство не продвигается. Я хочу воевать. Все. Эх. Блин, правительство пало. Хорошо, полевительство паузы, это хорошо. Последний миллиард людей. Угу.
Швеция зафиксирован ядерный взрыв. Корейцы, вы что там наделали? Взорвали бедную Швецию. А, это у них. Ладно, ладно, ядерный взрыв — это плохо. Мне жалко их. Где у нас Швеция? Швеция. Да уж. Сочувствую, сочувствую. Дальше уже продвигаться толком не надо, все, везде правительство падает. Ну и это победа, наверное. Ну не наверное, а точно. Так, да, опять же выход. Тут понятно. Померло только 3 страны, понятненько. Среди всех стран умерло только 3. График заболевания. Летальность всегда маленькая, не знаю, что. А вот заразность еще какая? График лекарства. Так, понятно. Основной вклад — Испания, Англия, Бразилия. Так, где у нас наша? Испания где-то здесь. Да. Ага. Комбо — ходячий мертвец. И это победа над бедным миром. Чрезвычайное положение. Чрезвычайное. Ладно, уже правительство падает, роняется, ударяется в стенку. Впрочем, ничего нового. Массовые захоронения — это тоже плохо. Эх. Все ясно. От мира не останется живого места, даже трогать ДНК не буду. Все. 7 миллиардов умирают. А остаются только подписчики PewDiePie. И то они тоже умирают. Да. Наблюдаем за цифрами. Блин, надо было первые 10 минут в прошлом видео, потому что как-то так это обидно. Видео получится слишком коротким, поэтому я собираюсь еще одну снять. Да-да-да. Ну что, мне не лень, а вам будет интересно, наверное. И да, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки, потому что это меня мотивирует, да. И смотрите часто видео до конца, вот как сейчас. Если вы смотрите до этого момента, то вы большие молодцы, то вы реально такие крутые люди. И вы помогаете мне продвинуться, не заработать денег как кому-то другому, а именно продвинуться. Так. Правительство падает. А мы-ка глянем,
что еще? Ой, не. А, вот эти страны еще живы. Китай, Бразилия, Англия. А Украины нету. Плохо. Правительство пало. Да хватит, мне уже эти ДНК не нужны. Я чисто хочу, так сказать, поддаться миру, ничего не делав. Да жалко, что нельзя ускорить, потому что это через так называемый премиум можно делать. Что? Серьезно? Это ж через премиум можно было делать. Что-то странное. Ладно, мы должны. Да. Да уж. Это малое число людей. Вот так помедленнее. По 2000 умирает людей. По 1000. 2. Остается 10 тысяч людей. 2000. Это обидно смотреть. Остается мои подписчики только. Так. Новый ген. Быстрый старт. Новая гена. Стоп. Мне интересно. Бактерии. Особые. Я вспомнил, недавно я, короче, донатил в эту игру капельку, по-моему, 60 рублей, то ли 60 рублей, а по гривнам это 30 гривен. И оно все сохраняется еще на этот аккаунт, а я думал, что нет. Эх, ну что ж, мои дорогие подписчики, будете готовиться к червю Неуракс, и я, наверное, буду на этом заканчивать. Всем удачи и всем пока. А с вами Нинди, и у нас ядерный взрыв в Швеции, и новые режимы будут в следующем видео. Пока-пока. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out.